Сегодня прошло совещание под руководством премьер-министра страны. Были приглашены примары муниципия Белс, Кишинев и все председатели районов. Значит, я думал, мы будем решать какие-то рабочие проблемы, будем искать те пути решения, которые ждут от нас граждане страны. Значит, единственный вопрос, который мне удалось поднять, это касаемо открытия рынка в муниципе Белс, значит, где премьер, я ему сказал, что мы в субботу проголосовали на комиссии за открытие, и он как бы говорит, это неправильно, потому что решение национальной комиссии, рынки должны быть закрыты и в Бельцах, и в Кишиневе. Я говорю, на основании чего вы приняли это решение? Значит, мне ответили, что это решение было принято в том числе после консультации со всеми службами в Бельцах. Я говорю, а с какими службами вы консультировались в Бельцах, когда значит, абсолютно все врачи и все, кто там присутствовали, высказались за открытие рынков в муниципе Белс. То, что некоторые от голосования тогда воздержались, но не голосовали против, это является подтверждением того, что мы все делаем правильно. Я говорю, господин премьер, если вы говорите, что мы делаем все, что рекомендуют нам врачи, и врачи рекомендовали открыться. Вы же, ну, мы посмотрим, вы должны выполнять наши решения и так далее. Я сказал, что в Бельцах рынки все равно завтра будут открыты. Но основная тема сегодняшнего совещания была следующая. Председатель Фалерского района, значит, был подготовлен к тому, что все должны, оказывается, сегодня выйти с декларацией в поддержку правительства КИКУ, что оно лучшее в мире, и все председатели района должны под этим подписаться. А так как там большинство розовых, поэтому сегодня им нужна была просто пиар-акция, где КИКУ рассказывает до сих пор, как они хорошо отработали, какие они молодцы, лучшая ситуация в мире, у нас все было, у нас все есть и у нас все будет. Я послушал и тихонечко еду в Бельцы заниматься конкретной работой. Пока.